Друзья, всем привет! Вы на канале с Аленой. Друзья, сегодня снимаю вам видео про репродуктивное здоровье женское. Обещала вам показать посылку и показать, какие препараты можно использовать безопасно для себя. Это очень важно про безопасность. Во-первых, это дикий ямс. Друзья, это предшественник прогестерона, который просто уникально подходит, если есть проблемы с прогестероном. Далее, друзья, индол-3-карбинол. Что это такое? Это просто чудо-средство, которое работает с обломками эстрогенов в печени, с детоксом плохих эстрогенов, с отводом в организме всякой бяки. Это средство, которое помогает профилактировать женские миомы, женские опухоли и всякую-всякую бяку. Дальше, друзья, хлорофилл жидкий комплекс, который ликвидирует свободные радикалы, токсины, все, что накапливается и даже вытягивает, грубо говоря, тяжелые металлы на себя. Берет такой, оп, взял токсин, связал и вывел из организма. Круто ведь? Также, друзья, классный витамин Е для яичников увеличивает продукцию наших гормонов и защищает яичники, спасает даже от некоторых случаев поликистоза. Также, друзья, проверьте, пожалуйста, витамин D у себя. И если есть проблемы, то берем и увеличиваем прям дозу. Спрашивают, кому-то прогестерон, кому-то FC с Don Qua, кому что? Смотрите, кто больше в возрасте, тем больше FC с Don Qua или CX. Кто помоложе, тем можно дикий ямс смотреть. И читать инструкцию и смотреть, как вам отзывается. Также, друзья, я бы рекомендовала вам восьмерку. Помните, я рассказывала о тревоге в климакс, аменорею, либо в приливы. И это комплекс, который снимает повышенную возбудимость, снимает тревогу и восстанавливает гормональный фон и мягко влияет на нервную систему. Плюс, друзья, я бы взяла еще гистоблок. Что это такое? Это антиаллергенные препараты. Если в организме где-то есть аллергия, опять же таки идет нагрузка и сложно даже бывает с гормонами из-за этой проблемы. И я бы еще добавила, друзья, пастилочки с цинком обязательно, но недолго. Цинк нарушает всасывание меди. А нам нужно и тот, всего понемножку, друзья. Так, это я вам ответила. В следующем видео вам расскажу про дыхательную систему, если есть проблемы. У меня, помните, я про папу рассказывала, он астматик. И если бы в то время я занималась нутрицептиками, наверное, я бы быстрее ему помогла, чем просто смотрела. Кто хочет уже получить то, что я показывала, пишите в комментарии.